Слава богу, я не взял трехлитровую банку. Изначально доктор мне сказал взять трехлитровую банку. Слава богу, я ее не взял, потому что полуторалитровую можно еще как-то держать. Выглядит это так. Ты стоишь, одной рукой держишь пипиську, второй рукой держишь банку. И пока ты ссышь, моча горячая льется по банке. Извини за квиель, блядь, что я держу в курсе. И из-за этого рука потеет. И страшно, потому что рука потеет. Полуторалитровая банка мочи у тебя в руке, блядь. Я в какой-то момент решил, что ссать надо так. Становишься на колени, банка здесь. Вот, вот так вот опираешься вперед, ну и типа, и вот так сышь, тогда точно ничего не прольется. Но оказалось очень неудобно. Вот, это крайне неудобная, хуевая идея была.